Песня о войне, как никакие другие, способна затронуть самые глубокие чувства. И неважно, сколько тебе лет, 12, как этим юным артистам, или далеко за 80, как тем, кто придет в этот зал в День Победы. Каждое выступление прочувствовано ребятами. Это ощущается по тем ноткам в голосе, которые появляются от волнения. 6-й Б со сцены рассказал трагическую историю семьи жительницы блокадного Ленинграда Тани Савичевой. Роль Тани исполнила Соня Струевич. «Я словно прожила жизнь этой девочки», – рассказывает юная актриса. Дети должны знать о других детях, которые совершили героические подвиги. Я прожила этой жизни на 100%, потому что я чуть не умерла на сцене от того, что стресс, переживания за эту девочку, которая была, и земля как-то стала такая проминаться прямо подо мной. Это выступление заставило задуматься многих из тех, кто сидел в зале. И не случайно в 6-м Б тема войны затрагивается на классных часах нередко. Что касается Великой Отечественной войны и вот нравственной такой патриотической направленности, конечно, я работаю с детьми особо. Мы с ними очень много перелопатили литературы. Дети сами подбирали стихи. И репетиции у нас шли действительно вот в такой вот, серьезной обстановке. Патриотическая направленность воспитания в этой школе занимает большое место. Проводятся различные мероприятия. Кроме того, ребята участвуют в вахте памяти и праздновании Дня Победы в своем поселке. А сам фестиваль с каждым годом в глазах самих ребят приобретает все более серьезный статус. С каждым годом, наверное, отношение и понимание всей вот серьезности этого мероприятия, наверное, на порядок выше из года в год. И участие в этом мероприятии, и уже, наверное, уровень мероприятия, он с каждым годом повышается и достаточно серьезно повышается. И меня очень радует, что совершенно все дети, неважно какой национальности, школы у нас очень много национальностей, с удовольствием принимают в этом фестивале участие. А накануне празднования Дня Победы в школу пригласят ветеранов, для которых ребята покажут самые лучшие номера. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.